Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами пережили непростой год. Мы очень соскучились друг по другу, по нашим встречам, по живому общению. Нам всем хочется пожать друг другу руки, тепло обняться, как мы это привыкли делать на нашей конференции «Актуальные вопросы эндоскопии». Мы все этого очень ждем. Я рад сообщить, что мы получили согласование на проведение конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» в традиционном очном формате. Новые даты конференции 13-14 мая, накануне 12 мая будут проведены прикурсы по эндоскопии. У нас также новое место проведения, это гостиница Прибалтийская на Васильевском острове. Регистрация на конференцию открыта на сайте rusendo.ru. Тема конференции в этом году – эндоскопия, будущее медицины. Основные вопросы – новые технологии в эндоскопии, экстренная эндоскопия, скрининг рака желудочно-кишечного тракта, бронхоскопия, детская эндоскопия. Пожалуйста, подавайте ваши тезисы. Срок подачи тезисов – до 4 апреля. Присылайте заявки на Перинство России по эндоскопии до 23 апреля. На нашем сайте размещена заявка на проживание в гостинице «Прибалтийская» по специальным ценам для участников конференции. Прошу обратить на это внимание. В мае начинается период белых ночей, и мы сможем оценить вместе с вами великолепную красоту нашего города Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что к нашей конференции, уважаемые коллеги, вы все будете иметь прививку и антитела. Это позволит нам свободно общаться друг с другом. Я думаю, что вместе мы сможем осуществить все задуманное. Желаю вам крепкого здоровья. До встречи в Санкт-Петербурге в мае. Берегите себя и своих близких.